Мама говорила, лучше не летай. Теща же деньгами обслужила. Прыгнуть с парашютом, сударь, это кайф, чтоб тебя удачно приземлило. А я не сомневался, новичкам везет, и я еще успел подумать даже. Пусть меня подальше ветром занесет, погляжу на местные пейзажи. Вот на горизонте крошечный забор, и чем ниже я забор, тем ближе, тем крупнее, а за ним тюремный двор. Я попал в квадратик между вышек. Гражданин начальник, я не диверсант, хоть как снег с луны на вашу зону. У меня влипать в истории талант, странно, если б я остался дома. Благо вообще раскрылся парашют, благо тип на вышке меня понял. Дайте ему отпуск, дайте, я прошу, он в стране обойму сэкономил. Умоляю, верьте искренним словам, ну и, наконец, снимите с клёна. Не по криминальным я законам к вам, чисто по физическим законам. Как я не занёсся в клетку к вашим псам, а они надеялись и ждали. Судя по их вдохновенным голосам, может, наши раньше залетали. Здесь порвал, мне устав читают, как молитву. Вот смотри, Гагарин, не имеем прав выпустить без ксивы за калитку. А еще у нас суббота выходной, все начальства лазят на базарах. Кто ж тебе, родной, подпишет обходной, кто не разрешит поспать на нарах? Ксива это будет, не переживай, потом советник. Там у нас завхоз суровый самурай, и если меня он не заметит, значит, у него не сходится улет с человека парашют прилета. Он за просто так вас в приступе возьмет при поддержке нашим самолетом. Задрожат ворота, загудит земля, солнышко с луной изменят позу. Мухи позалазят в почву до угля, зарыдают в опале березы. Я не угрожал, трусюсь едва живой, храбростей с отвагой год напугал. Вдруг мне объявляют, да иди домой, вот как раз докладили твой купол. И подносят рюмку, будешь или да, у судьбы похлеще есть причуды. Но и ты ж пойми нас, всех несет туда, а тебя, придурочный, оттуда. Наши за забором встретили меня, главный сразу дал отбой тревоге.